С 3 часов утра техника СМП вышла на уборку последствий снегопада. Обочины, перекрестки и площади прометали 12 тракторов. Проезжие части на крупных улицах расчищали 2 грейдера по нескольким маршрутам. Улицам Суворова, Куконковых, Строителей, Текстильщиков, Кохомскому шоссе. Снег вывозили на 7 самосвалах. Снегопад был достаточно аномальным, потому что пришло штормовое предупреждение уже. В 4 часа утра выпало снега порядка 9 сантиметров. Вот за несколько часов сегодня все силы наших уборочной техники брошены на расчистку основных магистралей. Сейчас во второй половине дня пойдут техника уже в частный сектор, на межквартальные дороги. Малогабаритные вакуумные подметальные уборочные машины швейцарского производства, закупленные городом в мае 2013-го, впервые работают на зимних тротуарах. В суровых условиях машины чувствуют себя комфортно. Каждая убирает от 20 до 40 тысяч квадратных метров улиц. Светлана работает дворником уже 17 лет. Работу свою любит и считает полезной. Физические упражнения на свежем воздухе идут на пользу. Кроме того, работа дворника – ежедневная борьба с ленью. Самый тяжелый сезон для Светланы вовсе не зима. Скорее всего, осень и весна. Самая грязь, потому что. В принципе, в том году тоже такое было, в конце декабря все то же самое. Так что ничего тут сложного. Как бы если потихоньку убирать, так нормально все. 800 дворников трудятся в ивановских дворах. 10 машин подметают тротуары, 48 единиц расчищают трассы. Испытание снегом предстоит выдержать всей уборочной технике. В течение нескольких суток синоптики прогнозируют снегопад. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.